Ребята, посмотрите, видите, вот там вот высоко сидит ястреб. Это я приблизила, как смогла, ближе не могу уже сделать. Это вот в нашем лесу. И тут вот ходят фотографы, тоже его снимают. Они все смотрят, и я решила посмотреть, как любопытная Варвара. Вот там, я думаю, что вам видно все. Вот, посмотрите, может быть, вам так будет лучше видно. Вот он, видите, ястреб сидит там наверху. Это меня фотографы разрешили показать вам. Вот он, красавец. Всем привет, дорогие друзья. Я вас приветствую на своем канале. Ну вот, как я сказала, тут ходят фотографы. Часто в нашем лесу снимают животных, вот птиц, белок. Я на Фейсбуке всегда лайкаю их фотографии, потому что это как бы все-таки мой лес. Ну вот, ну, конечно, не только мой, это я так выражаюсь, да. И вот они сейчас заметили ястреба, представляете? Ну вот, этот вот ястреб поедает вот этих голубей, тут часто валяются голубиные перья, там все. Они говорят, что он и белок поедает даже. Ну, белки такие, они шустрые, они могут быстро убежать, а из-за размаха крыльев ястреб как бы не может, не всегда может их поймать, белок. В общем, такой, поедают наших животных в нашем лесу. Вот такой вот. Ну, вы видели, какой красава, а? А один раз, тут же школа у нас рядышком. Ну вот, один раз он сидел там где-то возле школы на каком-то дереве и наблюдал за учениками. Представляете? Он за учениками, а ученики быстренько к окну и за ним наблюдать. В общем, наверное, тоже захотел в школу пойти поучиться, как Молька. Молька не может мимо школы пройти, она все время тащит меня в школу. Я говорю, Моль, ты хочешь учиться? Да ты, говорю, латышского языка, говорю, не знаешь, тебя не возьмут, говорю, в школу. В общем, смеемся, да? Ну вот так вот, такая красота у нас в лесу. Кстати, ветер у нас сегодня, ребята, холодный. Даже в лесу продувает ветерок, а вне леса вообще, я шла вот так вот, короче. Но на следующей неделе уже обещают жару до 30 градусов. Ну вот, а я сейчас вот приду домой, мне надо помыть голову. Вчера я помылась по душам полностью, а сегодня хочу именно голову помыть. Вчера голову не стала на ночь мыть, потому что утром было бы черное что. Помою голову, а потом хочу съездить, мне надо съездить в Акрополь. В наш, который в Кенгараксе, Мольке купить капли. Ей уже капли надо закончились. Ну вот, и потом я еще, наверное, зайду в Касинукай. Мне там кое-что надо посмотреть, потому что в Акрополе не будет это, да. Ну вот, такие планы у нас на сегодня. Конечно, если пойду в магазин, естественно, возьму вас с собой. Я теперь без вас же никуда, только вместе с вами. А, кстати, да-да-да, по поводу электричества. Почему у многих пришли завышенные счета? Мне в комментариях написали, пришли завышенные счета у многих, потому что, ребята, закончилась господдержка. Оказывается, была господдержка, а мы об этом даже и не знали. Поэтому у многих пришли завышенные счета. Ну вот считайте, у вас пришли завышенные счета, а в следующем месяце еще выше придут счета, потому что господдержки не будет и плюс еще подорожание электричества. Вот так вот. Так что у вас будет в следующем месяце еще больше счета. Не хочу, конечно, вас расстраивать, но лучше знать это заранее, да, чем когда вы откроете счета и вообще в обморок упадете. В общем, приготовьте сердечные капли, чтобы были под рукой, когда будете открывать счета в следующем месяце за электричество. Я сама с ужасом об этом думаю. Ну вот, поэтому, ребята, всем нам терпения, сил и финансовые возможности, чтобы оплатить эти счета. Вот так, как, ну как-то так. А что я еще могу сказать? Я фотографу сказала, что я как бы белок в последнее время здесь не вижу. Она говорит, были-были возле кормушки, даже чуть с руки не покормила белочку, говорит, одну. Но сейчас хочу подойти. Вот зимой их много. И зимой, она говорит, они, конечно, самые красивые зимой. Летом они уже не такие красивые. Да, ну вот сейчас подойду к кормушке, посмотрю, есть там белочки или нет. Ну вот я уже не вижу. Или я уже поздно пришла. Вот зимой они обычно в 9 часов они здесь. В 10 зимой их уже нету. Они прям по расписанию уходят. Ну вот птичек вижу. А вот, конечно, она со своим фотоаппаратом, который очень увеличивает. Там такой объектив вообще просто обалденный. Профессиональный фотоаппарат у нее, конечно. Или камера. Даже не знаю, как это назвать, профессиональное такое оборудование. Очень близко, которое приближает все. Ей, наверное, было видно. А вот мне сейчас, ну нет, не вижу белочек. Давно я вам уже не показывала белочек. И вот, ребята, буквально вам говорила недавно, что ястреб поедает. И вот, пожалуйста, вот трупик голубиный, скорее всего. Вот такой ястреб у нас обжора.
Ну а что? Ему же тоже надо кушать. Все мы друг друга поедаем, можно сказать. Мы же тоже животных едим, да? Коров, да? Свинину едим, птицу едим, да? Вот и ястреб тоже тем же питается, можно сказать. Молечка, все, пойдем, зайка, домой. Пойдем домой, мы уже погуляли. Идем, зайка. Ну что, друзья, как я и обещала, сейчас я еду в Акрополь. В Акрополь у нас здесь кенгараксы, которые... Капли купить собаке, потому что там самые такие дешевые капли. Там еще куплю вкусняшки в Пэт-Сити. Ей очень одни такие нравятся. Ей много, конечно, какие нравятся, но я там куплю, которые она любит, одни из вкусняшек. Ну вот, мне надо печеньки ей еще купить. Вот что-то мне надо было там еще, короче, купить, да. А потом, наверное, посмотрю, как по времени там будет, потом, может быть, еще в кассу, ну, кайс езжу. Давно я там не была, хочу кое-что там посмотреть. Естественно, беру вас вместе с собой. Сейчас вышло видео, где в театр с голой попой, да? Ладно, выражусь культурно, вы знаете, такую тему я культурно не люблю выражаться. Я, знаете, ребята, вот так вот думала. Раньше люди ходили в театр, показывали свои наряды, выгуливали свои наряды, красивые платья, там костюмы красивые. А я думаю, вот в этом театре что будут выгуливать, где надо голыми быть, да, где надо раздеваться, быть голыми, сидеть зрителям голыми. Кто не в курсе, да, это у нас в Риге такой театр к нам приезжает. В общем, там будут голые актеры выступать. И также зрители должны быть тоже голыми, с полотенчиком приходить. Ну вот я и думаю, а что они будут выгуливать? Думала, придумала. Они будут выгуливать свои полотенца. У кого круче? У кого Дольче Габбана, у кого от Босс, а у кого из секонд-хенда. Потому что все деньги потратил на билет в этот театр, а на полотенце денег уже не хватило. Будет так вот, короче, теперь. Будем выгуливать теперь полотенца, а не костюмы и платья. Вот такие вот у нас дела, вот такая у нас культура сейчас. И, наверное, молодежка там, наверное... более лучше перестраивается, наверное, и к этому, наверное, более спокойно относится, чем мы, чем люди нашего поколения. Потому что у нас была другая культура. Вот так вот. Будем выгуливать теперь полотенца, ребята. Так что закупайтесь полотенцами. А то скоро и их уже не будет в продаже. Вот так. Мне сейчас очень много пишут комментарии, там немножко поотвечала я, но остальное я уже оставила на потом, на вечер комментарии, потому что надо делами заниматься, не могу с ними сидеть комментарии писать, да. И вот к тому видео, там у кого повышенный счет за электричество, ребята, да, вот как уже написали, ну, уже, наверное, многие поняли, почему у них повышенный счет за электричество, потому что закончилась господдержка. А оказывается, она была, а мы даже и не знали, что была эта господдержка. Не, нам говорили, что будет господдержка на зимний период, но как-то люди ее не сильно почувствовали. Если в прошлом году, когда была господдержка, мы почувствовали, а в этом году никто не почувствовал эту господдержку. Ну вот, закончилась господдержка, и поэтому пришли такие большие счета за электричество. Но считайте, в следующем месяце придут еще больше счета. Потому что идет подорожание электричества. А то люди не могли понять, почему такие большие счета. И счет мне интересно. Сейчас как-то все дешевеет, да? А вода горячая как-то не дешевеет. Тоже как-то вот странно. Вот видите, они как-то вот повышать, быстро все повышают, а снижать не хотят. Вот, зашла в Пэт-Сити. Сейчас иду за каплями мульки. Ну, раз пришла в Акрополь, давай-ка мы с вами немножечко здесь походим, посмотрим. Ну, это Акрополь в Кенгараксе, это не Альфа, да? Посмотрим, есть ли какие-нибудь скидочки на обувь. Ну, похоже, пока скидок еще нет. Ну, да. Сланцы стоят 40 евро. В общем, пока скидочек еще нет. Рано еще для скидок, да? Вот. А, ну вот есть такие
минус 50%, до 50%, да, вот скидочки вот есть на такую обувь. Ну, не знаю, я такую обувь грубую не очень люблю. 60 евро со скидкой, без скидки были 70 евро. Ладно, дальше не пойду, как бы здесь не мои модели. А, кстати, кроссовки желтенькие, симпатичные. 40 евро. Многие любят магазин этот, Сенсей. Но не знаю, как-то я вот ни разу здесь ничего не покупала, мне ни разу ничего не приглядывалось. Ну, зайдем, посмотрим тоже, какие модели девочки. Девочки-модели стоят. Здесь громко играет музыка, буду заглушать видео. Это, наверное, типа... платье вязаное. Нет, не платье, а свитерочек такой, джемперочек. Шортики. Так, сумочки, смотрите, какие интересные. Сколько сумочки стоит? 10 евро. Здесь музыка громко играет, так придется заглушать, наверное. Какие очки, смотрите, все с камушками. Все, как я люблю, только не моя модель. Вот такие есть, смотрите, с цепочками. Красота! Всякие-всякие разные. Померила с цепочками. Такие. Конечно, мне совсем не идут, но кому идут, может и ничего будет. Стоят они 6 евро. Вот еще одни очки. Стоят 4,49, если я правильно отсюда вижу. Так они выглядят, но тоже не мое совершенно. На девочек юбочки яркие. По 4,99, ну 5 евро, короче. Ладно, ребята, я пойду отсюда, это со мной не мое здесь все. О, кстати, мне нужны ремешки. Какие здесь цены, то мой порвался уже. По 4,49, по акции есть. Мне надо на джинсы ремешочек какой-то. Там даже два ремешка стоили 4,49. Мне лень было копаться, лень было примеряться. В общем, короче, что-то у меня сегодня такое ленивое настроение, не шопинговое. И, знаете, я, наверное, сегодня в Синукай не поеду. Планы немножко изменились. Я похожу немножко здесь, еще пока время есть. Потом зайду максимум, мне надо купить все для холодного супчика. Буду делать холодный супчик, а потом домой. Поэтому, скорее всего, что в Синукай сегодня не поеду я. Ну, извините, в следующий раз съездим. Но пока есть время, погуляем с вами. Тем более, вам нравятся разные видео, вам нравится со мной ходить по магазинам, вот и походите со мной по магазинам. А что делать? Сейчас я зашла в резервит, как еще говорят там, и мне нужен свитерочек или кофта бежевого цвета под мои безрукавки. Ну, похоже, сейчас еще пока не сезон, и выбора кофт нету. Ну, буду искать. Вот такие платья, когда смотришь в интернет-магазинах, как-то они выглядят так поинтереснее. Когда так вот смотришь, не очень. Но все надо мерить. Иногда смотришь неинтересно, надеваешь на себя очень даже ничего. Платьица 30 евро стоит. Есть в разных цветах. Кстати, очень даже ничего. Сарафанчики вот такие. 35,99. И ткань такая вроде приятная. Жарко не будет. Я такую юбку, помните, мерила бежевую как-то давно, но еще ничего не подешевела, акция, нет, вот как была на 30 евро, так еще и осталось. И, кстати, я смотрю, бежевых уже нет, остались только зеленые. Раскупили бежевые. Так, платье. Сколько платье стоит? Так, сейчас посмотрим. 35,99, ну, 36 евро. Так, Биксес 22,99. Ну, 30 евро, можно сказать, штанишки стоят. Взяла еще одни очки померить. Ну-ка. Как-то все, что-то не то, ребята. Не знаю.
Я заметила, мне подходят только дорогие очки. Помните, я мерила дорогие по 300 евро, по 150. Вот тебе подходили, эти нет. Так, а эти, по-моему, я уже как-то мерила. Я еще, помню, приехала домой, как-то думала про них. Нет, сейчас осмотрю. Хорошо, что я их тогда не купила, потому что нет, ну не то что-то. Сейчас еще одни померю. Вот, и такие еще, ну, тоже. Что-то не то. Не то. Ну вот, есть бежевые кофты, но... Нет, она не такая теплая будет. Она будет продавать. Она стоила 36, сейчас 26 евро стоит она. Все равно дорогая для нее, я считаю. Вот есть бежевые безрукавки, но вот то, что моя там, которую я покупала, все-таки намного лучше. Я вот трогаю ее, и качество, но не то. Да, лучше покупать подороже, но хорошую. Платье. Вот материал, да, какой-то рабочий. Рабочие халаты, знаете, есть такие. 26 евро. Вообще не стоит этих денег. В последнее время что-то Резерет вообще как-то стал все меньше и меньше нравится. Модели менее интересные и цены более высокие стали. А раньше были очень интересные модели и невысокие цены. Ну, как-то все меняется и все не в лучшую сторону. Ну, давайте в Зару вас еще раз отведу. Как я уже говорила, это не мой магазин, но я знаю, что многие любят. И да, помните, я купила здесь платье. Только я сказала, что не мой магазин, не очень люблю здесь покупать вещи, даже, можно сказать, не покупаю, по раз покупала. И только зашла и купила платье. Кстати, смотрите, какие босоножечки гламурненькие. Вы это видели? Вот так вот. Симпатичные. Эти какие красивые, посмотрите. Классные босоножки, ребята. Интересно, сколько они стоят, надо посмотреть. Сейчас. Эти 50 евро стоят. Нормальный ценник. Так, эти стоят 59,95, ну 60 евро. Очень даже симпатичные, кстати. Сейчас вам покажу поближе. Там тень падает, там не очень видно. Посмотрите, очень даже симпатичные. Не знаю, как в них ходить будет, удобно или нет, но выглядит симпатично. Кстати, жакетик ничего, между прочим, тоже сколько он стоит. Ну, у меня есть белый жакетик, это я показываю для вас. Так, 60 евро, ну, 59,95, я буду округлять. Такой очень даже симпотный, ребята. И к нему еще можно брючки вот, по-моему, да, вот. Брючки есть, и будет вам целый костюмчик. Сколько брючка стоит? 40 евро брючки. Ну, считайте, 60, да? 60 и 40, 100 евро костюм получается, если брать. Подумала, льняные жакеты висят. Нет, это какая-то синтетика непонятная, что за ткань такая. Не хочу сейчас состав смотреть, потому что нет времени разгадывать составы. Здесь тоже синтетика. Так. Еще такой вот есть костюмчик, да? Кстати, посмотрите, очень симпатичное белое платье. Вот, ребята, ругалась, что не мой магазин, а уже столько интересных моделей нашла. Очень красивая. Сколько стоит? Стоит 55,95. Да, симпатичные, ребятки. Такая белая курточка. 80 евро. А вот еще есть такая черная за 40, такая прозрачная. Блузон такой а-ля куртка. Ну, это блузка, да, но в виде куртки сделана. Джинсовый сарафанчик. 50 евро. Вот такой. В таких расцветках есть костюмы. Ребята, смотрите, какие штаны гламурные за 50 евро. С камешками. Только как их стирать с этими камнями? И рубашка такая же. Посмотрите, все в камнях. И есть такое в белом цвете еще тоже. 70 евро есть вот такое платьице беленькое. Ну, я думаю, цена завышена.
вот есть такая вот костюмчик такой, такая безрукавочка и штанишки. Такой интересный такой. Безрукавочка мне нравится. Такие шлепки за 30 евро джинсовые, сарафан 50 евро или платье, наверное. О, типа распашонок, что ли, что-то. Смотрите, какие модельки интересные. Сколько стоят они? Здесь музыка, ребята, играет, если что, как всегда, буду заглушать. 40 евро, да? Я округляю. Такие белые есть. Сарафанчик неплохой, кстати. Сколько стоит? Сейчас найдем ценник. 50 евро. Здесь вообще музыка прямо над духом, поэтому вообще заглушила видео. И здесь я говорю, что материал такой, как простыня, и пошив вообще непонятный, какой-то балахон непонятный. Ну, я не знаю, может, кому-то такая модель и нравится. Но вообще что-то непонятно, как это будет смотреть на человека. Я даже не знаю, как это будет смотреться. За 46 евро очень даже симпатичный сарафанчик. И приятный очень материал тоже. Так, похоже, льняная такая, такой жакетик, или как правильно назвать, 46 евро стоит. Ну, такое ничего вроде. Ой, ребята, приходится каждое видео заглушать, просто потому что вообще музыка орет очень сильно магазинная, иначе меня YouTube заблокирует. Вот такая вот интересная вышиванка, как ее правильно назвать, я не знаю. В общем, верх отдельно, низ отдельно продается. Юбочка такая, смотрится вроде ничего, вроде симпатично. В общем, то, что я там комментировала на видео, все сейчас заглушаю. Вы знаете, в этот раз как-то побольше мне вещей понравилось. Есть какой-то выбор, есть интересные вещи, интересные модели. Ну, так как ничего не собиралась я покупать, ничего поэтому и не мерила. Ну, если бы мне надо было что-то покупать, я бы несколько вещей точно примерила бы, потому что есть интересные вещи. Как-то что-то появилось. Раньше как-то Зара заходила так, ничего не находила. А сейчас как-то смотрю, и то интересненькое. Ой, пока болтаю, чуть не врезалась, не спотыкнулась я. Так, где мы еще с вами не были, пойду там еще в другом пролете пройдусь. Потом максимум, а потом домой. Давайте сюда в Мохито зайдем еще с вами. Когда вот на сайте смотрю, у них очень интересные вещи есть. Ну и тут я тоже уже смотрю, вот сарафанчик симпатичный. Очень даже симпатичный, кстати. Так, какая у него цена у этого сарафанчика? 35 евро стоит. Очень цвет красивый, ребята. Материал тоже.
здесь разных расцветок. Много интересных таких маечек, и цена такая адекватная, по 15 евро, как бы неплохая цена, потому что я свои маечки покупала как-то дороже, но здесь качество немножко другое. Здесь громко играет музыка, поэтому буду большую часть видео молчать. Очень красивый сарафанчик. А, это не сарафанчик, это комбинезон. Очень симпатичный цвет. Так, сколько он стоит? До ценника не добраться, ребята. Такое платье, ребята, тоненькое, вообще легкое, невесомое. 45 евро стоит. Шикарное платье, вообще просто легкое-легкое. Есть такое розовое. И вот такое еще есть. Ну что могу сказать, мохито тоже есть много разных интересных моделей. Цены такие, ну, более-менее адекватные. Можно приходить, мерить. Как бы неплохие есть модельки. Платья всякие интересные есть. Мне понравились расцветки очень красивые, сарафаны красивые есть. Народ катается на катке. Ой, в детстве я помню вообще только и бегала на каток. А сейчас все, уже не бегаю больше. Там, смотрю, вот такая довольно-таки в возрасте женщина катается. Молодец. Мне вот в этом Акрополе, ребята, знаете, что не хватает? Лидо не хватает. Вот в том Акрополе в Альфа есть лидо, а здесь нету. Хотя хочется, знаете, зайти такой вот их кофе сейчас попить, я бы с удовольствием зашла бы. Может быть, блинчик съела бы. Десерт, может быть, съела бы. Вот тут мимо манго прохожу, но уже не пойду, потому что ты тоже такое все яркое и симпатичное. Надо идти максимум ехать домой, нет времени уже. Кстати, здесь тоже Гэри Вебер. Посмотрим, если здесь эти безрукавки, которые я купила, и нет ли на синюю акции. Вот все-таки это вот эти безрукавки, которые я купила себе. Пойдем посмотрим. Тут тоже вот скидочки. Вот не знаю, есть ли синяя здесь. Так, есть. Вот моя здесь есть. Из рукавочка, да, по скидочке. Сейчас поищу синенькую, надо поискать. Я сейчас спросила, нет, ребята, это здесь без рукавок, так что есть только в Альфе. А в этом Акрополе нету, в Кенгараксе, да. Поэтому надо в Альфе. Там смотреть надо, короче, их здесь нету. В общем, ребята, у них тоже были эти безрукавки, и у них все разобрали. Даже по такой дорогой цене все эти синие безрукавки разобрали. Так что, кто хотел, езжайте, пока есть в Альфу, и тогда покупайте, потому что могут и там разобрать.
А у них, я говорю, у вас были без рукавки? Да, были, говорит, их все просто разобрали, раскупили все, даже по такой вот цене. Ну, действительно, очень классные эти синенькие, вот эти коротенькие, они хорошие. Так что, кто там хотел, бегите, бегите в Альфа за безрукавкой. Я все очки смотрю себе. Тоже как-то ничего, наверное, интересного. Я знаю, что именно я просто хочу. Примерно. Но здесь нету. Так, ну все, иду в Максима теперь. Ой, ребята, уже к Лиге готовятся, смотри во все. Смотрите, огурчики, сухарики. Коробочка 3,59 стоит. Пивасик, посмотрите. 20 евро бочонок стоит. Вот такие бокальчики. С пивом там еще. Или без... Не, я думаю, что с пивом, наверное, там бокалы. 13 евро стоит. Люблю такие всякие подготовки к праздникам. Да, посмотрите, как это красиво. А? 10 евро стоит пивасик и бокальчик. Я вот люблю такие вещи дарить очень. Нам-то не надо, как бы, а вот дарить очень люблю такие вещи. Ой, сколько здесь всего понаставили. Обычно здесь вся посуда стоит, а сейчас все Клига. К шашлычку, приправки, соусы всякие. Какая красота, ребят, вы только посмотрите, а? Так что готовимся к... А это что такое? Комплект для пикника. Посмотрите. Там такое все солененькое, так понимаю. Прикольно, слушайте. Вот, по 3,79 ведерки вот такие, сухарики под пивасик. И разный-разный пивасик. И вот тут все для шашлыка, ну, для мангала все, да? Если кому-то что-то надо, ребята, вот. Все здесь, шампура, все есть. Ой, еще какие интересные такие. Посмотрите, вот такие, как решеточка такая. Смотрите, прикольная. 9 евро стоит такая, цена тоже прикольная. Вот здесь в Максиме есть такие по 5 евро коробочки. Хорошо, знаете, для холодильника. Что-то вот баночки сложил и поставил так в холодильник. У меня есть несколько разных коробочек разного размера, таких пластиковых. По 3,49 евро 99 с картой полвес. Вот такие ледницы. И смотрите, вот с такой вот крышечкой. Интересная. Я думаю, это лишнее баловство, если честно. Хотя, для каких целей использовать? Так, ну что, мне нужна редиска. Так, 49 стоит для супчика. Надо выбрать что-то. Так, огурцы у нас евро 89 за килограмм. Нужен зеленый лук. Ну, лук просто страшный. Как такой вообще? Можно продавать, ребята. Как такой можно продавать лук? Вообще на витрину выкладывать. И еще 60 центов он за килограмм. Ужас какой страшный. Похоже, я осталась без зеленого лука. Все, больше нигде нету, ни в упаковочках нету. Да, здесь только петрушка, укроп. Лука нет в упаковочке, к сожалению. Жалко. Так, мне нужна пахта. Пахта евро 13 стоит. Евро 21, кефир 75, кефир дешевле, чем пахта, ребята. Да, молоко, молоко по 79, очень хорошая цена. Латвия, и мы поддерживаем латвийского производителя, молодцы. Пробиваем все. Так, кто-то что-то там разбил. Что у нас тут? Редисочка. Так, редисочку пробиваем. Так, колбаску взяла. И огурчики взяла. Так, ну, все. Так, итого у меня получилось 4,90. Оплатить. Мы уже в машине, вернее, я уже в машине. Вот такие капли я купила Мольке. Сразу взяла две упаковки. По 5 с чем-то. За две штуки отдала 10,50
8, по-моему, так я отдала за 2 штуки, или 10,54, как-то так. И вот взяла эти вот вкусняшечки со шпинатом, она тоже их любит, пускай будет у нее разнообразие. Ну вот, остальное все там для супчика, я вам уже показала, что я взяла. Ребята, я, наверное, там уже намного наснимала, поэтому, наверное, уже сегодня я с вами попрощаюсь. Все остальное будет в следующем видео. И давайте, как всегда, по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.